К нам обратилась в ЩИТ России, к нам обратилась дельсеть юридических лиц, сказали, чем нам помочь, и мы сказали, вот вы видели списки в интернете, вот это вот, пожалуйста. Они говорят, мы не знаем, где что купить. Я говорю, ну, вообще было бы хорошо аптечки заказать. У нас есть выход на аптечки хорошие, которые вот сейчас губернатор передал, они отличные. Реально. Я прям радуюсь, что вот эта аптечка, которая, ну, ее надо уметь ей пользоваться. Да, еще. Я, вот, я проходил обучение в Российском университете спецназе. Я знаю, как ей пользоваться. Могу это все обучить и рассказать полностью, алгоритм действий. И мне это вообще очень крутая аптечка.